друзья, что вы знаете о праздниках? Ну, праздники бывают разные, это понятно. Бывает там Новый год, Ханука, 1 май, 8 марта, День космонавтики, кстати. Вот, тоже неплохой праздник. И День взятия Бастилии, например, тоже заходит нормально. Но самый лучший праздник все равно это день рождения. Итак, друзья, мы рады вас приветствовать. Проект 52 пришел в гости на день рождения. Я говорю, прикольный манго мне подарили, Олежек из Сум. У меня, кстати, тоже недавно был день рождения. И должен вам сказать, что день рождения для меня это грустный праздник. Но не для Джумы. Потому что Джума это, как там, Джума рулит, Джума это сила. Джума рулит, ура. А у Джумы сегодня день рождения. Вот, нас пригласили поприсутствовать на этом мероприятии. Вот. Оно обычно длится 3 дня. Первый день проходит очень пафосно, с парадом на площади, с показательными выступлениями и презентацией всех участников этого большого клуба и спортсменов. Вот. Ну, а во второй и в третий день уже, как правило, непосредственно сама спортивная составляющая в этом мероприятии. В первый день это традиционно трофи-рейд, и в третий день дня рождения это триал, самая яркая и зрелищная часть, которая только может быть. Знаю о Джуме. Джума – это спортивный клуб квадроциклистов, который был основан в Харькове и в Полтаве, в двух городах одновременно. В Харькове Роман Старагин, известный во всем квадродвижении как Роман Люрикович. И в Полтаве, со стороны полтавской организации, был Тарас Резниченко, такой бравый хлопец. К сожалению, его уже с нами нет, и все дни рождения проводятся в его честь, кстати. Так вот, эти два славных парня объединились и придумали такой клуб, который называется «Джума», который был призван объединить всех спортсменов и всех квадроциклистов во всей Украине в одну большую дружную семью. Теперь, что означает слово «Джума»? «Джума» – это аббревиатура. То бишь, как вы видите, «Джума» – это первая буква «J», означает она «Jet Sky». Это такой класс есть в гидроциклах. Буква U обозначает UTV, то бишь мотовездеходы класса side-by-side. M означает мото, то бишь мотоциклы. И буква A означает ATV, квадроциклы. Вот поэтому Джума. Олимпийский центр Харьков поздравляет Джуму с очередным днем рождения. Желаем их долгих лет, да, счастливого процветания. Вот, и чтобы клуб «Джума» был всегда таким же большим, дружным и веселым, активным, как, ну, как задавал пример остальным внедорожным клубам по Украине. Сегодня первый соревновательный день, он состоит из 2 частей. Первая часть – это детская гонка. Сегодня 4 года, а мне 8. Поздравляю Джуму и себя. И она одновременно проходит с трофи. Трофи-рейды, вы знаете, это одна из самых моих любимых дисциплин. Это GPS-ориентирование, когда вам выдают на бумажке написанные координаты. Вы должны по этим координатам найти точку, приехать и сфотографироваться с ней. И тогда точка считается засчитанной, ну или взятой. Вот, поэтому мы сейчас уезжаем смотреть трофи-рейды, как проходит вообще эта дисциплина в этом году. И завтра увидимся с вами на триале. Какие-то, это не страшно. Долго вспоминать.
Ял – это самая яркая дисциплина в плане зрителей. То бишь сюда приходит неимоверное количество людей, которые хотят посмотреть. Ну а с точки зрения спортивной составляющей, я должен сказать, что это самая сложная дисциплина. Я никогда в жизни не участвовал в триале. Ну, наверное, у меня кишка тонка. Ну а эти мужественные чуваки… Ну, у меня слов нету, но это надо просто смотреть и видеть. Это нереально. Ну а вы все помните, что это день рождения Джума, потому что у меня в руках манго. Немного мы пытаемся организовать какие-то мероприятия, не только взрослые, но и детские. Три дня было мероприятие, сегодня последний день, мы собирались на площади. Был парад техники по городу, подиум, сцена, и киевляне, и черновцы, Прилуки, Луцк, Одесса, куча участников, куча зрителей, куча клубов, финал клуба, день рождения Джумы. Кстати, сегодня мы сделали рекорд. Сегодня приехало около 50 экипажей детей. Это вообще такое нонсенс. Ну, оно там росло из года в год, но сегодня было около 50 экипажей. Не то все категории. И УТВ-170, 300, 200, 100, 300+. Дети, ну, все довольны. Сейчас едем на награждение. Алекс прислал нам коньяк. Сейчас мы будем раздавать его. Поэтому Джума рулит. Все. Покуда ребята борются на последнем СС, я вам хочу сказать, что подходит к концу день рождения. Это были незабываемые три дня, это было круто. Приехало более 500 гостей. Куча людей участвовала в гонках, в детских, в трофе, в триале. И просто приехали посмотреть и поддержать этот великолепный клуб. Друзья, мы прощаемся с вами. Это все было здорово и замечательно. С вас лайки, подписки, пальцы вверх и пальцы вниз. Комментируйте наше видео. И не забывайте, это проект 52. Мы работаем для вас. До новых встреч. Было круто, было эффектно. Был РФЦ, мой движ, который я люблю. Было много грязи, много воды, была скорость. Поэтому клуб Джума, спасибо за этот праздник. Спасибо Роме, организаторам. Движение должно процветать, расти. И мы должны в нем участвовать. Поэтому всем, как говорится, натхнение и новых побед в следующем году. Спасибо за гонку, все очень понравилось. Джума с праздником, Джума с днем рождения, всех с финалом. Ура, ура, ура. Всех джумовцев и не только, всех принявших участие в этом замечательном мероприятии поздравляю с днем рождения. Желаю продолжения, увеличения во всех вширь, ввысь. Главное, чтобы не в землю. Как-то так. Как твой чемпион, скажи мне? Какой? От Свата, точнее. Младший. Отлично, мой чемпион. Главное, что он доволен, он получает удовольствие от гонок. Он аж трусится просто за гонками, за квадроциклом. А я счастлива, потому что у моего ребенка такое увлечение. Я тоже получаю с ними удовольствие, несмотря на то, что я вся грязная, замерзшая. Но я просто обалдею. Очень все классно, все понравилось. Ну, вообще, будем всегда приезжать и участвовать. Джума, поздравляю тебя с днем рождения. Я телефон утопил. Поехали искать. iPhone 11 находится под мостом железнодорожным.
Координаты я сброшу чуть позже. Ищите нас на сайте. Да я пешком. Так, поехали. Итак, какие бывают снегоходы? Раз, пишем. Раз, два, три. Что такое? А, ты домой пошел? Пока. Жене привет. Так, поехали. Какие бывают снегоходы? Раз, два, три. Ты просыпаешь.